Итак, всем привет, с вами ТПК, мы продолжаем играть в Европку с Коком. И остается нам не так много захватить Запад весь. На самом деле это немножко много, но в среднем нет. Я думаю, мы справимся достаточно быстро и без проблем. И будем мы формировать Римскую империю. Но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же нападаем на Испанию, поехали. А вот и первая цель у нас, точнее первый баф мы берем с этой эпохи новой. И это админ эффективность, конечно же, самый важный здесь. Потом возьмем себе абсолютизм, потом, наверное, вот это, потому что это очень позволяет неплохо замилку фармить тот самый абсолютизм. Остальное мне так интересно, если честно. Ну и автономию, конечно, нам понижать негде, потому что везде где. Можно ее понижать было бы. Ну так везде на нуле у нас. Минус 0,61, господи, автономия. Можем призвать еще, кстати говоря, Португалию в эту войну, что призовет еще Эфиопию в эту войну. Слушайте, а вообще, это не самая плохая идея, по той простой причине, что как будто Эфиопию тоже можно было бы подзахватить, так что армию везем сюда, там еще Йемен зайдет, и армию везем сюда, эту везем сюда, и нападем сразу на Испанию, Португалию и Эфиопию, да. Ну, я думаю, будем объявлять, там потом уже посмотрим, Эфиопию, да, потому что это, слушайте, если мы призовем Португалию, то Британия... откажется. Британия, да. Неприятная новость для нас. Они не хотят разрывать союз с Португалией. А Португалия вряд ли захочет разрывать союз с Британией, да. Чем мы делаем вывод? Что на Эфиопию мы нападем, но отдельной войной. Португалия в этот раз останется без галочки. Потом, наверное, конечно, поставим. Все равно... какой-нибудь еще другой войне. Зато можно теперь отдельно Эфиопию съесть с Йеменом. Тут достаточно будет приятно. Да, вот и объявляем сразу сюда. Начинаем здесь захватывать. И также вот за армию сюда идет, которая будет еще захватывать. Моментально берем первую крепость. Здесь досиливаем. Ну, и сейчас эту армию будем потихоньку переправлять. Я думаю, с Северной Африки начнем захват Иберии. А еще я решил, надо немножко перестроить флот. И все-таки перейти на полностью галерный флот, чтобы он быстрее двигался. Потому что, видите, вот эти корабли двигаются одинаково. Смотрите. Окей, нет, я ошибся совсем немножко. Галера на самом деле, да, невероятно медленная. В любом случае, мне нужна новая галера, которая будет у нас иметь плюс скорость. Потому что скорости очень не хватает. Это вот это как раз таки. И будет она, конечно же, максимально боевой. Плюс давайте построим все-таки вот эти вот галеры. Строить можно почему-то... далеко не везде. Это немножко странно, но допустим. Наверное, для них нужно здание, что ли? А, по-моему, здесь вот у меня есть шипьярд, и, наверное, их только на шипьярдах и можно строить. Ну и смотрите, кто тут высаживается. Давайте-ка встретим этих ребят. Я флот пока дочиниваю. А что-то еще... А, ну это нам корабли передавали. Увы, не надо. Вот чуть-чуть чинится, а мы здесь ждем друзей. Друзья решили идти вместо этого на Корсику, так что мы действительно сейчас починимся, тик получим. Отделяем раненые корабли. Ага, я понял. Нюанс, как говорится. Ладно, отделяем самые раненые корабли. Подождите. Ага. У нас просто, видимо, апгрейд был. Вот так тогда делаем. И... да, перехватываем. Испанцы сюда вот атаковали нас, чуть не разбили, потому что это крепость на минус 2. То намекает мне, что нужно сделать вот так и ускорить эту осаду. И нужно, наверное, постараться побыстрее с Эфиопией довоевать. Хотя это, конечно, займет некоторое время. Нет, испанцы все-таки, да, меня здесь задушили. Надо отсюда отступать, остановить армию и привести сюда подкрепление. Но мне нужно немножко достроить. Я вот эти новые корабли строю. Надо все-таки сделать нормальный уверенный флот, галерный. И сейчас, когда строится, добьем моря и будем высаживаться. И у чертова Йемена релишка с дефенсом. Может еще что-то? Нет, всего лишь это. Только из-за этого моя армия, стоя просто на одной крепости, не смогла ее взять. Черт возьми, я просто не смог захватить крепость 30 тысячами. Они слишком быстро истощались, это забавно. А еще, да, мы начали наконец-таки выбивать здесь испанцев самых. И да, я, конечно же, как я говорил, делаю флот на галерах. Ой, Россия хочет у нас институт купить. Да, продадим. Ой,
Подбили мы португальский кораблик. Война идет достаточно уверенно. Море мы контролируем. Как бы я достроил нормально этих корабликов. Да, они сильные. Периодически что-то захватываю, что мне не очень интересно на самом деле. И достраиваю дальше эти самые кораблики. Ну и плюс их успеваю периодически чинить. Сейчас вон еще там закрыли испанцев. Закроем сейчас здесь все эти армии, потому что как только мы возьмем вот эту крепость, они не смогут пройти назад. То есть, ну, эту крепость, Сеуту. И мы блокируем здесь пролив, они здесь все умирают. Все войска мы здесь потихоньку повайпаем. Ну, с Эфиопией здесь просто потихоньку захватываем все. И вот они стали вообще на осаду, вот отсюда перешли. Теперь да, мы их здесь хороним. И вот такой вот у нас мир с Эфиопией. Сразу начинаем все корить, чтобы к моменту мира с Испанией у нас здесь все было, конечно же, закорено. И вот последняя армия здесь добивается. Вообще не совсем последняя, там еще какой-то микрокусочек вот здесь вот я видел. А значит, мы сейчас им займемся. Вот так. Но в целом, да. Последние осколки испанской армии в Африке. Останется не так много у них армии вообще, в принципе. Я думаю, там максимум еще чуть-чуть есть в самой Испании. Но основная часть, я думаю, в новом мире. Да, не в новом свете, а в новом мире. Потому что они покинули мир живой, как говорится. А еще я хочу захватить Аден, поэтому нападаю на его союзника, чтобы не воевать против всех союзников Адена. И будем здесь тоже захватывать, чтобы отсюда еще бабки качать. И испанцы сваливают Тимбукту. Такого я не очень ожидал. Но как оно произошло, нам в принципе без разницы. Я думаю, стоит построить домики на Force Limit, чтобы сделать армию еще больше, потому что манпауэр у нас есть, деньги у нас есть. Ну только этот самый Force Limit себе поднять. А вот и новые техи, а значит больше ширина фронта, еще лучше пушки. И новые идеи можно будет начать закрывать. И здесь нам нужно, наверное, вот это. И да, возьмем дипку ради варкоста, чтобы побыстрее все это захватить. А, кстати, откатывается сразу перемирие с Францией пока что. Значит, миримся с Португалией на то, чтобы она разорвала союз с Британией и Испанией. Это более чем устроит. Скоро немножко просел, но все еще нормально. И нам нужно, смотрите, что, во-первых, очевидно, все наши клаймы, потому что мы их очень быстро закорим. Во-вторых, конечно же, гранада. А потому что здесь у нас есть домик, который мы сразу прапаем, даст нам еще админ эффективность. Ну и репа и там небольшие другие бонусы, но это не так интересно. И Гибралтар, конечно же, чтобы контролировать пролив. Ну и можно, наверное, их соединить, чтобы все-таки не так мерзко вот это все выглядело, чтобы не приходилось, если что, вывозить войска. И у нас еще чуть-чуть остается. Может, еще даже побольше будет у нас, еще абсолютизм подрастет. Пока подождем. Потому что, да, они на это не соглашаются. Мы сейчас что-то позахватываем. Может, чуть еще будет выгоднее захватывать потом. Ну что ж, вот и оно. Время нашего мира. Они на все согласны. Давайте сделаем, наверное, вот такой мир отлемся, потому что это крепость. Да, наверное, это то, что нам и нужно. Немножко ребята позлятся, да. Понимаю. Тоже было бы обидно. Как бы тут все понятно. Нет смысла держать варгос, потому что мне нужно идеи качать дипломатически. И наша армия куда идет правильно, сразу же на Францию, не теряет время. Мы заодно сделали квест вот этот вот. Получаем клаймы, мораль и capacity. И еще 10 комбатки галер. Это приятно особенно. И да, теперь у нас есть тонна клаймов на все. Но пока Франция не проснулась, надо сразу же объявлять ей войну. Чтобы она не успела союзы заключить какие-то. Было бы очень мерзко, если бы у нее внезапно появились союзники. Еще приятнее, чем я думал. Французы просто стали огромным стаком на нашу крепость на минус 2. А мы, кстати говоря, здесь наконец-таки... Нет, но... Люди реально не хотят. Сейчас будет, да. Здесь тоже замеримся. И... Начинаем просто этот бой. Можно было бы еще, да, вот я сюда ввел армию дополнительную. Резервную, скажем так. И здесь тоже будем расправляться со всякими повстанцами. Здесь тоже есть армия резервная на этот счет. Может, конечно, было бы и сюда, еще на восток хавать, но это я уже с ума сойду. Ну да, без проблем, здесь их разбиваем. Идем на другие крепости сразу, желательно. Вот это все тоже засиджится. Забываем нам... Ага, то я не ожидал. Мы, наверное, туда даже успеваем. Если очень сильно захотеть, как говорится, можно даже и... битву успеть, но да, мы не успели, но это в принципе мы в ней победим, что ладно, но не супер, вообще неприятно. Я жду, я пока они сами перейдут в атаку, потому что на минус 2 драться всегда приятно, но они не хотят.
вижу я их войска вот здесь, а значит, что у них здесь все войска не будут. Можем, значит, передвигать наши войска сами и начинать здесь сражение. Итак, мы, конечно же, выигрываем битву. Это было очень ожидаемо. Хотя, конечно, не супер приятными потерями. Да, армия у нас истощена однозначно. Нужно опять ее отводить на пополнение. И снимаем эту осаду, конечно же, на минус 2. Без шансов для Франции. Французы решили атаковать меня вот сюда. Что для них, очевидно, не самая лучшая идея. Но я не против принять файт на минус 2. Ну да, такие файты всегда приятно принимать. Идем там тоже, ребят, подавай мне по возможности. И здесь опять-таки разводим войска. И да, я всегда готов. Вообще можно взять вот этот Аверн. Если они сюда пойдут, мы вообще на минус 3 можем принять войск. Битву в теории. Ой, Британия перехватила французский флот. И по ощущению, французский флот на этом моменте закончится. Оставляем здесь корабли для перевоза каких-то. И начинаем блокаду Франции полную. И начинаем тут вайпать вот эти вот мелкие стаки, которые просто гуляют и ждут, пока их вайпнут непосредственно. Вот как, к примеру, вот такие. Да. Война с Францией пошла намного быстрее. Мы основные крепости здесь взяли. Здесь уже куча равнин, на которых можно разбивать их без особых проблем. И Manpower, ребята, он даже не успевает особо падать. Он примерно держится сейчас на одном и том же уровне. У нас плюс 7000 ежемесячно. Конечно, нам нужно очень много, чтобы пополниться и... Потихоньку бои проходят, и нужно еще больше. Но пополняются они недостаточно быстро, поэтому, в принципе, уровень как раз тот, который нам и нужен. А значит, что мы достигли момента, когда мы можем не ждать, пока у нас мужики, да, появляются. А плюс я, так как можете видеть, застроил просто почти все, что возможно, продолжаю строить дальше. Мужиков у нас будет очень много. И перед миром начинаем инвестировать вот в этот домик прекрасный. А нужно нам еще денег найти. Вопрос как бы достаточно простой. Можем немножко мужиками закинуть. Можем, конечно, еще просто доплатить чуть-чуть. Вот это мы подождем, чтобы не переплачивать слишком. И апнем потом последний левел. Получим себе админ эффективность. Еще пятерик. Да, немножко много я заложил в это все. Кстати, по лонам, смотрите, рассчитали практически идеально. Теперь у нас еще админ эффективность 5. И да, видите, мы можем взять за счет этого еще лишнюю... Лишние две провки. Ну и самое главное, прошлое тоже как бы будут подешевле. И мы вот эту провку оставляем под сепрами папского, папримского. Таким образом она отвалится. И здесь что-то еще мы могли бы забрать. Я бы, наверное, хотел вот эту крепость. Ну, здесь точнее крепость построить. В теории мы это можем сделать. Ладно, не будем слишком долго ждать. Забираем, что можем. Только, конечно, сначала... Как-то так. О, вот я согласна. Видимо, бой какой-то был, может быть. Они согласны, немножко игры. С этим мы можем справиться. Даже сделаем еще вот так, не пожалеем наше влияние этого патриарха. Давайте это, соглашайтесь. Ну, знаем, что вы согласны. Вот, они и согласны. Прекрасно, теперь все это курим. Достаточно быстро. Опять-таки в ноябре мы уже закончим следующего года, что прекрасно. Армия возвращается назад и... Думаем, куда мы дальше пойдем. Я думаю, это будет вот сюда плюс сюда. Ой, забавный факт. Мы в теории вот здесь вот можем никуда его не направлять. То есть, куда бы ни вытекало здесь trade power, точнее trade value, мы везде его будем коллектить. В Венеции, в Генуе и в Константинополе. Это, конечно, прекрасно. Ну, да, лучше в Константинополь, чтобы он прыгал и собирал больше монеток. Смотрите, теперь мы начинаем вот такую войну. На Адал нападаем, Аджуран, Мамлюки. И съедаем вот это все. Туда еще приходит Кило и, самое главное, Тунис. Таким образом, мы с Тунисом будем воевать, не воюя с Португалией и Испанией, потому что без галочки все-таки я их есть не хотел бы пока. Конечно, было бы чуть-чуть быстрее, как бы перемирие не надо было бы ждать, но без галочки, ну, это будет слишком много игры, и самое главное, мы очень мало будем есть таким образом. А еще мы ловим здесь мужиков ловушку, смотрите, они все переходят вот сюда на крепости. Это они меня поймали ловушку, буду честен. Выйти они не смогут. О, я еще обнаружил, что у Туниса есть колония, оказывается. Это было действительно для меня неожиданно. Тем не менее, нам на это примерно плевать. Мы захватываем здесь все вот это вот без галочки. На самом деле, очень много мы можем тогда захватить. Да, немножко люди злятся, но... А еще у нас закончился мир с Португалией, точнее перемирие. Что это значит? Что мы сразу же не ожидаем ничего. А нападаем на нее, потому что, да, нам
Нам нужно, черт возьми, сразу же пилить ее опять. У нас нет времени на то, чтобы ждать между войнами что-то. И да, мумляка уже можно анексировать, значит, мы это и делаем. И бегом корем. Мы открываем все сердце ислама. Смотрите-ка. Мы делаем из мечети церковь. И мы можем использовать этот монумент. Получаем только престиж и половину религиозного единства. Прямо варкост мы не получаем, да? Да. Что, кстати говоря, грустно. Было бы прикольно, если бы это давало. Либо получаем плюс отношения, оставляем, получаем все еще таксы. Много таксов, кстати говоря. Ну, я думаю, все очевидно. А еще я решил додеваться и сделать вот этот вот квест. Еще минус 30 дев-костов в Константинополе, что круто, но в среднем уже пофиг. Еще 10 таксов и продакшна. Здесь, может, что-то в Константинополе попадет, было бы очень круто. Да, один дев попал, приятно. 25,5 монет с одного Константинополя, жесть. Боже, мы здесь также замириться. Немножко, конечно, замирились с Аджураном уже. Немножко перевысим, скоро плевать. Единственное, вот, что жалко, что не хватает на вот эту профку. Достаточно важная профка, как вы видите. Ее можно было бы, наверное, как-то вот так сделать. Наверное, брать не будем, соединим обязательно. Ну да, видите, чуть-чуть будет не хватать. Плевать, меня это устроит. Главное, забрали торговые центры. И, в принципе, здесь эту страну практически добили. А Эфиопию можно сразу, у них союз непонятно с кем. Сразу поедем сюда. Хотя нет, нет, нельзя ехать сюда, потому что мы корим то, что у них корки. Увы. Ой, появился Папа Римский. Православный Папа Римский. Прекрасно. Прекрасно, но придется мне его все равно съесть, извини. А вот мы миримся с Португалией. Да, вот так вот мы просто съедаем половину Португалии. Чуть больше даже половины, конечно, там куча еще колоний, но сама Португалия уже практически перестает существовать. Все это закорится крайне быстро. Что-то у нас... А, мы не можем закорить, окей, внутренний слой, допустим. Ничего, потом сможем. И нападаем на Испанию, как только сможем. То есть это через, на самом деле, 5 лет. Не так быстро. И несмотря на то, что я пытаюсь свой мейнпауэр сжечь как могу, то есть всякие эти закидываю, что не стоило бы делать, пою везде одновременно, у нас все равно его хватает, что прекрасный показатель того, что мы действительно готовы стать тем самым Римом. И хотелось бы мне распустить священно Римскую империю. А значит, да, давайте это сделаем, черт возьми, почему бы и нет. И мы подходим к 84 нашему лимиту. Значит, нам нужно как-то еще придумать, откуда бы его получить. И, наверное, я буду убирать вот эти вот штуки. Я думаю, да, по крайней мере, конечно, админку убирать вообще не хочется никогда. В этом мире. Но как будто у нас админ идеи какие еще могут быть в теории? Экономика? Вряд ли. Вряд ли. Следующие идеи, думаю, если они будут, а они будут, это будет либо трейд, либо что-то из офенсива, наверное, какого-то. Экономика, конечно, прикольно, но 5 десы мы здесь тоже получим, но здесь бафов военных больше. Экономика у нас так как бы, ну, хороша. Португалия это... Что? Португалия уехала в Бразилию или что это такое? Смотрите, теперь Португалия это младший унет Бразилии. И Бразилия бегом сделала союз с Британией. Ну вот это мерзость, конечно. Ну вы что? Ну Британия. Ну давай не надо. А уже все. Ну, Папа Римский появился, так и пропал, в принципе. Ничего нового. А мы думаем сейчас над планом, как мы будем завоевывать эту самую Священную Римскую империю. А именно, нам нужно просто ее распустить. У нас все еще, кстати говоря, дебаф. По-моему, на минус одни отношения. А нет, уже... Уже нету, ладно. То есть мы можем прокинуть два союза. Всех остальных нам нужно все-таки захватить. Ну, можем прокинуть и больше и потерять немножко дипки. Это нас тоже устроит. Блин, там такой забавный момент. А мы не можем напасть... На Гессен, потому что он такой, типа, блин, да мне нахер эта Австрия не нужна, я вообще противник Австрии и Швейцарии. То есть единственная страна, которую мы можем нормально напасть по КБ, ладно, шучу, мы можем напасть на кого угодно, у нас, ну ладно, не вся Римская империя, но очень много, хотя да, именно вся Римская империя, вот еще Римская нет. А здесь есть на что нападать, окей. То есть, к примеру,
мы нападаем на Анзебах, который является коллектором. Получаем здесь Вюртемберг, получаем здесь Богемию, получаем здесь самого Императора, получаем здесь Калленберг, кстати говоря. Получается Аугсбург, Ангальд и Саксонию мне нужно засоюзить. И мне шпионка дала плохой ивент на минус дипотношения, буду терять 2 очка дипки ежемесячно. Что очень грустно на самом деле, потому что когда я закрою позже вот это. Ну ладно, к следующей войне с Испанией, которая будет через 4 года, мы закроем, я думаю. И есть, союзы заключены. Как я говорил, немножко неприятно. Привал-то по России, плевать. Привала не будет, союзники все равно полезно иметь. И довезем мы сейчас нашу армию еще одну сюда и будем отправляться. Да, фактически можно уже начинать. Да, призовем кого можем, кстати говоря, почему бы нет. Дополнительные цели для наших противников это всегда хорошо. Чтобы нам меньше осрали, ну а мы идем осортать все. Какой вопрос? Блин. Это интересная возможность, скажем так, да? Но она же нам заблочит Римскую империю. Блин, это действительно интересно. Мы можем сейчас взять и получить просто всю Францию и Унию себе. И у нас тут, знаете, я бы сказал, двойная проблема. Потому что я не хочу, чтобы Франция попала ко мне в Унию. Я не хочу, чтобы Испания получала, понимаете? Я не хочу ни себе, ни Испании. Я бы предпочел независимую Францию, чтобы их отдельно есть. Как бы объединенные эти две страны мне вообще не нравятся, потому что это одно перемирие на обе страны. Это ужасно. Но какой вывод я делаю? Что мне нужно нажимать Go to War. Испания, потому что если Франция будет у Испании, это худший вариант. Я смогу хотя бы освободить саму Францию, по идее. Если что. Но это действительно то, чего никак не ожидал. Я даже на это армии даже близко не готовы. Они сейчас все заняты в Европе, вот здесь вот. Именно в Священной Римской империи. Значит, лишь одно, мне нужно ускоряться очень-очень-очень сильно. Что это значит, что мне надо жечь профу, потому что против Священной Римской империи я бы мог воевать, не сжигая все, а тут как бы нет, нужны мужики. И 15 тысяч в месяц с половиной почти. Приятные цифры. Так, ну и, наверное, хватит. Оф. Здесь... Почти доделали, нам нужно взять вот этот город и вот этот. При этом еще желательно вот здесь вот Прагу не отдать. То есть давайте попробуем остановить их в Праге по возможности. Пока мы берем здесь вот эти два города. После чего, конечно же, займемся полностью Францией. У меня еще в этот момент правитель умер. Вот это уже неприятно, действительно. Ну, что поделать. 49% и последняя крепость падает. Пока. А сайонара говорим. Священной Римской империи. Вообще, зачем нужна Священная Римская империя, когда скоро будет настоящая Римская империя? Ладно, не скоро, если мы сделаем унию. Вообще не скоро. Тем не менее, готовимся теперь в Францию идти. Эту войну мы можем, кстати говоря, завершать. Причем, наверное, я бы тоже сделал себе вассала, почему нет, из Ансбаха. Ладно, шучу. Белый мир меня более чем устроит, потому что мне на самом деле ничего от них не нужно. И начинаем выбивать французов обратно из наших земель. Это они зря придумали. На нас наступает. Ну, мы быстро поясним, что ну, ребята, вы не правы. Тут сейчас все быстро покажем, расскажем. На чем мы наконец-таки закрываем себе полностью дипку. Кто нам открывает вот этот прекрасную политику на репутацию, это ладно, но минус военную усталость. Супер приятно, и у нас теперь Варгзус не будет так расти, как он периодически у нас растет. Еще можно, конечно же, вот эти союзы все поразрывать, чтобы у нас дипка не тратилась в никуда. Ну и они нас в какой-то рандомной, не знаю, в какую-то рандомную войну не позвали. Моментально мы переходим уже теперь в контратаку. По крайней мере, во Франции здесь, в Иберии, наверное, не будем мы в ближайшее время атаковать. Все-таки там и там у нас чуть-чуть не хватает сил, нам нужны силы на всякий случай и... В Африке на всякие подавления. Сюда тоже. Что, кстати, единственное, что я мог бы, наверное, точно сделать, это пушки отсюда перевести сюда. Это нормально было бы. Я не против, чтобы они все сюда сошли, чтобы их здесь вайпнуть. Французы поняли, что пахнет писюнами.
Ну, уже поздно. А ладно, на самом деле не поздно, потому что вот эта пробка будет все еще под их контролем, как и вот это. А нам нужно перевести туда боевой стак, то есть вот этот желательно. Больше подкреплений. И там в теории тогда сможем еще свайпнуть. Ну, на море, конечно, без вопросов вайп идет. Да, про что я и говорил. Все-таки, да, они будут иметь пробку. Значит, просто так мы их сейчас здесь не вайпнем. Нужно будет высадиться и захватить вот эту, либо заблочить им вот эту. Ну, кстати говоря, сделаем, потому что без французов у испанцев здесь просто нету войск. И французы идут, смотрите, каким огромным стаком вон туда. Я немножко решил поджечь пробку. Таким образом, да. Я думаю, мы выиграем, даже несмотря на то, что... Ладно, они все пришли все равно одновременно. Но мы будем посильнее однозначно. Да, они решают просто выйти. Хотя потери мы понесли чуть-чуть больше. Нас это устроит нормально. Мы такое переживем. О, я нашел, где еще получу 10 абсолютизма. Вот здесь. Прекрасно. Это как раз ровно то, чего мне и не хватало. Это то, что нам нужно. Ой-ой-ой-ой. Что у нас еще прокнуло? Реформа армии. Наконец-то, всю игру не прокнуло ни разу. 20 морали, еще держите на 10 лет. Ух, француз, ну... Тут только соболезновать можно. Еще и реформу, но реформе мы просто берем capacity, потому что... Слушайте. А в целом... А в целом capacity-то у нас как бы... Ну, вообще по-хорошему capacity, но по-плохому. Можно взять еще минус варкост и хавать еще больше, либо взять CCR и быстрее хавать. Если 700 capacity у нас будет вот там... Давайте возьмем себе Province War Cost, это нам пригодится. И ловим всю армию здесь, что есть, и просто разбиваем их. Причем, пока мы здесь бегаем, возимся во Франции, у нас там армия успешно захватывает всю Испанию. Все весело. А еще надо начать эту войну. Я не собираюсь в ней активно участвовать, но напасть сюда надо. Подождите, что... А, у нас еще... Окей. Короче, сюда вот надо будет напасть... А, ладно, мы это не успеем. Показалось мне, что перемирие кончилось, но нет. Перемирие кончилось с Португалией, но не с Бразилией. Ну да, 98 теперь максимально. 90 сотка, да, это легитимность упала. Ну вот сейчас, наверное, будет пик года, и мы получим максимальный абсолютизм и 50 админки. 50 админ эффективности, точнее, это супер жестко. И вот он, долгожданный мир. Можем замириться на сотку, берем Францию и берем еще немножко провинции у Испании. Ух, это было невероятно. И мы получаем сразу вот это, но я же так понимаю, оно не считается вот сюда. Да, да, это действительно жалко, но зато я моментально выполняю вот этот квест. Получаю претензии на Британию. Это значит, что Британия, увы, но наш союз изжил себя. Все равно думать, что делать с этой Францией, потому что, ну, интегрировать мы ее будем бесконечность и времени, и начинать будем через бесконечность времени. Проныры мы ее, да, сделать не можем, конечно же, потому что это не вассал. А значит, я думаю, мы просто делаем вот так. У нас сейчас перемирие на 12 лет. Ну, как бы, да, я не вижу смысла ее оставлять, мы ее не съедим. Так что, я думаю, мы делаем вот так. Вы, да, вы придется. Перемирие это, к сожалению, не... ускорить никак, но это уже как есть. Главное, что у что у Испании нет меня, это бы нам сломало игру. И наш регент лоялист. Ну что, на этом все, будем добивать дальше Португалию, Испанию, Францию и теперь начинать Британию и также начинать супер жестко сейчас красить вот здесь вот все, что только можно и то, что нельзя красить тоже. Ведь нам нужно съесть здесь еще таких 150 провинций где-то, да? То есть, на самом деле, не сложно. Так что, ребят, с вами был TopGay. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твиттер, пусть все, ребят, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.